Ну что, здорово, ребятушки. Дали пятюньку. Не хочет камера все равно через пятюньку. Лучше открываться, поехали. Обновление на русском сервере. Расскажу, покажу, что знаю с Тайваня, как оно называется. Доступна обнова. Начнем с первого нового героя. Так, давай. Так вот перенесу себе сюда, чтобы было удобно. Аква на меня какая-то напала. Обас, ну там уже привет, давай дружить. В общем, поменялся интерфейс. Новые питомцы у нас, супер питомцы. Рассказываю про патов сразу же. Ставите сюда либо питиков, которые у вас были, либо синенькие, голубые такие кружочки. И будет вам счастье, если у вас получится, вы сможете вытащить нового пэта, то есть под синенькие, либо же за питомца, если у вас они есть фишки. Если вы давно играете, вот это вот супер кристалл, супер питомца, увеличивают на 50% типа шанс, но, как видите, получить можно только в официальных событиях. Вот этот препарат роста добывается в КБшке и добывается в командных подземках. Так, что у нас дальше? Дальше у нас поехали по расписанию. Супер питомцы, обычный и сокол-мутант, и волчонок-мутант. То есть два, каждый питомец имеет атрибуты. Как видите, вот это обычный, не мутировавший у меня есть. Здесь можно наролить, допустим, выбить его 100. Ну, ролить тоже стоит нормальных денег, я вам так скажу. Видите, 35, надо вытаскивать сотку. А сотка просто так еще и не падает. Он передает 20% атрибутов герою. А то есть, по сути, если раньше было у нас наоборот, что герой давал усиление питомцу от силы своей, то сейчас у нас все наоборот. Вот так вот. Вот так вот вы будете ролить. Ну, конечно же, мутант намного круче. Но мутанта надо еще заслужить. Как видите, нормально денег стоит. Нормально. Нормальная тема для бездоната, ребят. Вот соточка, а следующий вообще 850. То есть вы можете всрать херовую тучу самоцветов ради того, чтобы дать нормальные атрибуты. Точность осталась, как видите. Крит удар, то есть разные. То есть разные, совсем разные. Крит сопротивления. Вы можете наролить как хотите. То есть можно наролить уклонение. Тоже, в принципе, крутой вариант. Уклон. Ну вот так вот они сделали. Атака, крит, урон, то есть в зависимости от того, вы можете как бы добавить какие-то атрибуты, можно добавить уклона нормально. Это нормальных денег будет стоить, но зато это будет жесть полная. Вот так вот. Навык назначить кому? Навык качается с помощью книг и печенек, улучшается герой за ит, ну, точно так же, как и обычный. В общем, вот как-то так. Вот видите, атаки, крит, урона плюс 1000, ну, такое, в общем, интересно, думаю, да. Возможно, нет, это чисто для PvP питомцы. Так, окей. С пэтами закончили, поехали, посмотрим. Посмотрим на наших героев. Добавили два героя, один донатный, один бездонатный. Донатного я сейчас покажу. Бездонатного тоже. Так, где вы там? Вот. Дуэлянт, донатный герой, скорость атаки охрененная, наносит чистый урон в размере 480 от атаки вражеским целям внутри дуи. Урон распространяется максимум по 3 целях в пределах действия, также снимает бафы с целей, которые получил урон от этого навыка в течение 3,5 секунд. Каждые 0,25 секунды наносит чистый урон, ребят, чистый урон. Это тот же самый зефир, охренеть просто. Скорость атаки бешеная. Короче, просто жесть. Получает иммунитет параличного улучшения. Короче, это зефир. Это зефир просто на земле. Вот и все. Посмотрите, ну просто жесть. На 13-м чистый урон, только 3 цели. Все равно это дохрена, ребят. Это просто эпический будет тоже герой, как и зефир. Что он имеет? Так, чистый урон в размере 115% атаки. Я офигею, какой у него будет урон. Получает 65 меньше урона. Бля, это жесть, ребят. А посмотрите, сколько у него. Каждый к 0,25 секунды, 3,5. Королева Ос, сразу говорю, говно.
Мне не понравился, но выбьем, потестируем, прокачаем сегодня. Думаю, будет интересно. Надеюсь, она не будет стоить дороже 1-2 ляма. Потому что придется выбивать на английском. Я манал донатить на сервер. Такс. Такс. Что у нас дальше? Ищем зефирку. Мне вот просто интересно, что там у нас по зефиру. Сколько зефир наносит чистого урона, так, чтобы далеко не бегать. А, чистый 224, все-таки там меньше, там 125, 3 цели. Ну, похуже, наверное, чуть-чуть, чем Зефир, но все равно очень круто. Чистый урон, это вашему СО просто жопа, ребят, я вам так скажу. Так, облики, облик. Вот ихние облики, дуэлянт. Так вот будет выглядеть, и она будет вот выглядеть. А теперь я вам покажу. Кугич, Кугимен, почему-то у нас их раздвоили, не знаю. Признак затмения, я не знаю, почему так. Что-то пошло не так. Он будет в блиц-турнире. То есть в следующем блиц-турнире будут давать Бугимена. Кто спрашивал? Такс, поехали дальше. Что у нас еще по нововведениям? Новая чарка суперсила. Честно скажу, пока не знаю, но я хочу потестировать на некоторых героях. И вы тоже сегодня увидите обзорчик. Поэтому ждите. Вот она первая. Называется за что? Куда я залез? Куда ты залез? Вот она. Увеличивает атаку на 35. То есть она 35%. Она получше будет, посильней. Даже уже по урону, чем победный на пятерке. И плюс энергия. Ребят, на семерке скорость восстановления энергии 90. Это просто пипец. Это на тыкву надо однозначно ставить. Либо на каких-то... Это просто жесть. Я даже no comments, ребят. Это no comments просто. Так, окей. С этим разобрались. Поехали дальше. Поехали дальше, дальше, дальше. У нас следующее. Томцев я вам рассказал. Давайте, кстати, умения их не читаем. Толком. Меня не дочитал. Томцев. Навык. Ну, давайте, кстати, сравним. Так, сокол обычный. В течение 5 секунд восстанавливает здоровье в размере 120 атаки питомца союзному герою. Также наносит, уменьшает получаемый ему урон на 22%. Восстанавливает юнитов. Ну, 1%, честно говоря, не особо ахти. Так, 5, 120, 5, 22. Теперь смотрим 5, 120, 5, 22. То есть, ну, умения те же самые, как и говорили. То есть, по умениям они не отличаются. Только по атрибутам будут отличаться. Дальше. Новые квесты. Спрашивали, это квест «Продвинутая битва». Получите помощь святого в бою. Перейти. Посмотрели. Зашли в рейд. Выбросили всех. Думали, что это связано с прорывом, но оказывается нет. То есть надо просто собрать святого. Видите, я тоже вчера ошибался. Святого. Для того, чтобы нам собрать святого, надо сделать вот так. Побольше, ну, собрать святого смотрителя. Так, и пойти вот. Вот у нас уже святой есть. Он чпокнул. И думали, это с прорывом связано, но оказывается нет. Получить. Есть. А также есть квестик на яйцо питомца на открытие, то есть аналогично. Плюс два квеста у нас добавили. Дальше. Ну, конечно, это просто жесть. Я, честно говоря, сейчас охреневаю от этой обновы. Дальше, дальше, дальше. Облики я вам показал. Новые уровни командного я вам показал. Здесь поменялись у нас награды. Не с этой, а вот с этой локации. Здесь вы можете с моря одинокого собрать нового героя. Вроде как бы, но вы сами прекрасно знаете, какие шансы и как проходить ее. И второе. На втором вы можете собрать вот такие. Там на втором левеле увеличиваются у вас плюшки. Количество плюшек. Вот так вот.
Это что относится к этим. Также у нас в магазине, в этом магазине есть возможность купить новые карты. Я не знаю, или мы сейчас их... Я показывал вчера на этом. Есть новые карты в Вилье на море и на этот. Их можно купить, и за донаты их будут продавать. В общем, это тоже будет. А также здесь добавили в магазин книжечки для питомцев. Уровень навыка супер питомца. Их можно получить командой пришествий или вкладки обмен славы на складе. Вот так вот. То есть отсюда. Дальше. Что у нас еще такого интересного, мега-мега интересного есть? Так, следующее. Ну, новые уровни я вам сказал. Интерфейс сказал. На S переходить сообщения на другие языки. Так. Можно менять. Вот тут вот покажу вам еще. Здесь вот можно менять панельки социальные. Можно только гильдию оставить. У вас будут только гильдийские новые. Ну, то есть такого плана. Там уже все меряются письками, кто кого достал. Так. Надо тоже идти ролить. Так. Улучшенные награды королевской битвы. Ну, то, что я вам показал, с КБшки можно достать. То есть, королевская битва. Вы можете достать уже отсюда. Давно я сюда не бегал. Я тут еще состав такой. Мега. Новые итемы, то есть не обязательно их покупать. Я попробуем зафармить. То есть привязка к КБшке, опять же, надо фармить КБшку каждый день. У кого есть карты, тем получше, они смогут быстрее набить. Ну, то есть так вот. Нифига себе. Вот это прикол. Конечно, дедшот. Меня слили. КБшки, это позор. Так, вот мои карты есть. Давайте еще пооткрываем. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Что там у нас еще интересного есть? Улучшенные награды показал. Увеличенное количество. В принципе, вот награда роста. Еще там есть зеленые дают. Это, я говорю, зеленые и синенькие. Вот, в принципе, ребята, вся обнова. Все. Со всего, как бы, что есть. Какие-то пачки жесткие с огниками, я что-то не припомню, чтобы они здесь были. Наверное, я давно в КБшку не бегал. Ронины всякие. Странно. Нифига себе. Нифига себе пачки. Ну, конечно, они меня будут шатать. Делают. В общем, вот такие вот, ребят, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Давайте еще глянем, что там у нас... По акциям сегодня интересного набор войди к карты тала обычно карта богатства порядка его интересного такого, скажем. Так вот набор за один самоцвет, карточка, то о чем я говорил, то есть пропуска дают. Вот дают на русском сервере кристаллы сокола, это я показал. Эти наборчики Тайваня. Ну, в общем, так. Ничего больше такого мега-супер-пупер интересного пока нет. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.